фрезерование мы начали в районе 9 часов утра, и где-то в районе 7 часов вечера уже работа будет завершена на этом участке работы. Ну, в течение, может быть, 1-2 дней мы работу по асфальтированию завершим. Наверное, дорога на второй причал и трамвайные пути через Победы, Гоголя, Победы Первомайская, примыкание к трамвайным путям – это два самых часто задаваемых вопроса со стороны жителей, поэтому мы их и учли в первую очередь в нашем ремонте. Также мы планируем отремонтировать Курсантский бульвар, планируем отремонтировать дублер на проспект Победы около дома номер 122. Планируем положить карту на перекрестке 1-2 эстакады Октябрьского моста.